Здрасте, меня зовут Серж Марković. Мы находимся на даче Леонида Костякова у Завидову на прекрасном побережье Волги. Я решил, значит, сделать тебя такое довольство из свинины. Значит, берем свинину в вырезку. Это самый лучший кусок мяса, мягкий, замечательный. Вырежем, значит, его этой жир, этой жилы, потому что жила, когда я жаришь, жесткая она делается и стягивается. Стягивается, да? Браво. Вырезка – это самый нежный, вкусный кусок мяса и свинины. Так, значит, режем куски. Значит, все эти наши куски посолим. Смешаем это все. Ты знаешь, как я люблю горчицу. Да. Тебе сегодня повезло с горчицей. Да. Так. Тут где-то помоги, должен быть у нас паприка. Опа! Или чуть-чуть. Достаточно. Добавим, значит, перца. И тут у нас есть всегда чего-то с нами. Какой-то лук. Значит, мне кажется, что лучшее сочетание мяса на дыму это с луком. На дыму, да? Да. Поэтому и сделаем, значит, так на 4 части. А вот потом скажу, у нас есть паприка. Па сделаем парочку паприки, так. Ну, скажем. Так. Потом у нас, что еще есть интересного у нас, да, шампиньоны у нас есть. Значит, классика русская, шампур, который все знаете. Значит, ставим кусок мяса. Па тут добавим, значит, один шампиньон. Па добавим кусок мяса. Па добавим кусок лука. Угу. Уже вкусно. Потом добавим кусок мяса. Упс. Значит, так, чтобы было ровно, чтобы могло с одной и другой стороны ровно обжариваться. Па добавим кусок паприки. Па на ново добавим интересный кусок мяса. Так. Па на ново добавим, значит, так, добавим, так, добавимо лук. Супер. И это выложимо. Да. То же самое, значит, сделаем. Идеально ровно. С другим куском мяса. Ну-ка, ширину посмотрю. О, ширина чуть-чуть великовата, но ничего. Ну, мы справимся немножко с объемом, ничего страшного. У нас шампиньоны замерзли, ломаются. Можешь просверлить дырочки, ну, а потом одевать. Сделаем так. Значит, если мясо, значит, свободному сделаешь длину и не пускаешь. Значит, так. Лучше плотно не сжимать, да, чтобы лучше сжимать? Нет, ничего мы не сжимаем. Значит, не хотим это делать. Потом, значит, когда это все сделаем, ешь шампиньоны, если не были заморожены, было бы замечательно. Скажи, а почему даже не оставлял мясо мариновать на какое-то время? Потому что хорошее мясо, да? Потому что мясо очень хорошее, и значит смысла его мясо – это мясо. Оставить мясо на какое-то время, значит, мясо честно маринуется, значит, когда хотят закрыть запах неприятного мяса, а на самом мясо оно всегда делается. Или старое мясо, и старое мясо, которое имеет запах. А нормально свежее мясо без маринада вкусно уже само по себе. Значит, всегда зальешь маслом
мясо раньше, но что его добавляешь на огонь. Почему? Потому что, значит, масло, оно густо. И оно, значит, сразу подпомогает, поднимает температуру. И масло на огню, значит, мясо сразу получает корочку, а внутри остается сочным. Ага. Не варится. Значит, мясо нам надо запечь. Ага. Откапает. Ага. Лишнее, да? Да. Чтобы лишнее, значит, масло ушло, и если оно попаднет на огонь, огонь, значит, разжигается, и мясо получится открытый огонь, мясо нам будет горело. Поэтому, значит, немножко соцедим и поехали жарить. Да. Все равно, что оно как-то немножко больше здорово, ничего страшного. Мы его ставим поперек. От гостей нет, мы можем себе позволить. Но? Это нужно много. Знаешь, честно тебе скажу, гостей нету. Только я у гостях, их два. Да? Так что понравитесь, обещаю. А мне нравится, как в Казахстане, знаешь, они почему делают такие маленькие шампурчики. Ага. И в Чечне тоже самое. Такие маленькие. А русские всегда делают такой шампур. Я больше люблю, как русские делаю, потому здоровье. Что я маленький не люблю точно. И знаешь, что мы обожаем у Сербии, значит, когда ем мясо на дыму. Обязательно любим много лука. Ты уже поставил? Да, это там немножко жареного лука, а просто, значит... Сверху посыпать? Да. Это будет готово? Да. А, так это всегда, и кавказский шашлык так же делается. Ну, мы это хорошо. Любим. А чуть-чуть или нет? Нет. Можно добавить лимона, можно добавить оливкового масла немножко и так дальше. Нет проблем, но мне нравится просто вкус лука. И, значит, немного соли. Ну, чтобы сок дал. Чтобы он дал сок, чтобы ушла острота, горчина. Значит, видишь, немножко го нажмешь и оставишь. Да? Можно перец, конечно, давай добавим, почему нет. Конечно, можно. Можно петрушки немножко добавить, если хочешь. Давай, давай. Но, как сказать... А оно пускай. Ну не укроп, укроп будет перебирать. Тогда. Я не люблю, не любитель укропа, меня он как-то слишком сильный и слишком то все пробьет. Враг, кто любит, кто любит? Я вообще не имею ничего против, но. Классика, старый укроп и раки. Вот это классика. Но. А у вас делают, скажи мне, раков тоже со старым укропом или нет? А у нас, как тебе сказать, раков очень давно нету. Раков очень давно. Раки хотят чистую воду. К сожалению, у Сербии нету много чистой воды. Uh-huh. Что то сейчас начиняю заниматься, но как-то раки не хотят, значит, у воду. Приживаться. Да. Приживаться. Вот поэтому мясо рака, шашлычки, да. Значит, и очень ценится. Вот свинина, сразу белая, да? Ну да. Сразу видно, что она свинина, а не кто другой. Ну? Вот продается всегда говяжий шашлык. Ну, по-моему, говядина самое неподходящее мясо для шашлыка. Ну, говядина, вырезка из говядины тоже, значит, интересно. Там много из говядины, это уже не идет, это надо слишком много варить, мясо жарко. Не жарко, а жестко. А, значит, вырезка, да, корейка из, значит, говядины тоже... Шашлык можно делать из чего хочешь. Хочешь из осетрины, хочешь из ягнятины, из свинины, из курицы. Всегда интересно. Интересно, что означает слово шашлык, да? Ну? Никто не знает. Заберем немного масла. Ага, еще добавить. Еж добавим немножко масла, что не бы, значит, сок из мяса уходил. Видишь, как оно дает аромат. Дым. Сейчас его обжарим со четыре стороны. Есть такие хорошие и замечательные мангалы, которые имеют здесь маленькие дырки. И ты, когда ставишь шампур, ага. Значит... А, повернуть можно? Да, да, да. Это же поворот, да. Для этого специально. Ну, да. Скажи, а ты мне говорил про мангал, что ты делаешь мангал по-другому, что нет дырок снизу. А я не делаем, значит, мангал делаем, значит, закрыть со всех сторон. Просто ящик? Да. Все.
ящик, а потом внутри ставим кирпич. И низ тоже, что не бы прогорало. И сверху решетка. И значит, заберешь лопату, ставишь уголь обгорит, значит, выбьешь лопатом вверх, а пепел, который у тебя остается, заберешь одно ведро и ставишь со стороны. И потом, значит, когда собьешь уголь, все там он прогорел, забьешь, значит, ставишь там два мешка угля с утра. Но у меня здоровый мангал, у тебя здесь хватает, и это один маленький. Закроешь пепел. И значит, накрыть чем-то? Накроешь пепел, который тебе стало сегодня, пепел тебе останет, и потом, значит, ставишь этот пепел сверху, потом подходишь немножко, значит, убираешь пепел и кислород получаешь только сверху. И тут можно дожарить чего хочешь, значит... То есть ты хочешь, что пеплом накрываешь? Да. Нажарить старым пеплом накрываешь? Обязательно накрываешь пеплом. И не пускаешь ему кислород. Когда нет кислорода, уголь не горит. Ты хочешь сказать, что хватает такого мешка на целый день? Да. Если снизу нет дырок? Нет. А если снизу нет дырок, значит, на весь день. Пришел сам, пожарил сам здесь курицу, спиннинг, сидишь, вернешься, бросишь рыбку, потом на спиннинг, вытащишь пиво, потом, значит, на ужин приготовишь, завтра проснешься в 10-11, придешь, но само уберешь ладно, пепел, ночь проходит больше 24 часа, значит, работает мангал. Ну что, сэр, по-моему, вкуснятина. Ну, готово. Красота. Добавим это тут. У тебя ровненький значит, такой. Значит, ставим. Ага. Значит, лука, чтобы оно горячее, значит, отдало аромат. О! Да. Значит, лук на топлое мясо. Сейчас лука даст аромат. Чуть подождем? Чуть подождем. Я не могу долго ждать, но что? Ну, мы немножко подождем. Так, уважаемые друзья, записывайте рецептуры, получайте удовольствие, как Леонид и я. Спасибо вам и до свидания. И приятного аппетита. Здрасте! Добро пожаловать в программу «Дачной радости». Меня зовут Серж Маркович. Добро пожаловать на дачу Леонида Костюкова. Здрасте, Леонид Костюков. Здрасте, Серж. Как нас будете сегодня угощали? Угощать будем сегодня мы вас и вы нас, я думаю, шашлыком. И я буду делать шашлык из корейки барани, ягненка. Баранина, ягненок. Вот, потому что я приготовлю все очень быстро. Я очень люблю ягненка и барана. Да. И барана, и ягненка, особенно ягненка барана. Я очень люблю баранину. Вот, и считаю, что ее главное не испортить. Правильно. У нас есть такая русская традиция, все заливать. Если шашлык, значит много уксуса на ночь с луком. И да. Потом от мяса ничего не остается. Вот, я это люблю как ретро, как воспоминание детства, голодного и без мяса. Вот. А на самом деле, я сейчас, если делаю шашлык, особенно здесь на даче, я беру мясо и много зелени. Перца и соли. Натираю и оставляю минут на 15-20. Молодец. Вот. Как помочь ты считаешь? Надо. Правильно? Конечно. Правильно. Так, мы берем мясо. Немножечко, даже не отбиваю, немножко я его так... Ну, руками, понятно. Чуть-чуть, да? Я тоже люблю, когда мясо есть. Костью. Угу. Мясо на костью как-то обгладывать косточки. Это супер. Это же занятие, правильно? Ну, правильно. А так что, проглотил и побежал. А это же... А мозг внутри... О-о-о! Я обожаю. А. Так, мы чуть-чуть коречку. Неплохая коречка. Чуть-чуть так вот. Ну, молодое мясо. Да. Очень неплохая коречка. Теперь пусть она полежит. Может, посолить ее? Обязательно. Я люблю мясо солить заранее. Странно. Есть такая теория, что мясо остается жестким. Я не знаю, почему я это никогда не делаю. Я просто всегда солим сразу, потому что мясо пропитается, значит, соль. Заникнет внутрь мяса и
Считается, что мясо дает, дает сок, если сразу посолил, и потом оно жесткое. Нет, не жесткое, не натирает сок, потому что это мясо свежее, думаю, мясо нормально. Значит, если мясо старое... Если старое, то наоборот лучше... А оно сухое, сразу. А значит, если мясо такое свеженькое, нормально. Так, и теперь мы берем зелень. А правда, у нас немножко уже подмерзло. Смотри. Хочешь? Ничего страшного. Хочешь, я порежем? Зелень? Да. Ну давай, потому что... Мне да, без проблем. Приятно смотреть на работу профессионала. О, я так не порежу. Я потом так делаю. Двумя ну, руками можно и так, почему вау. Нет. Так у тебя можно не и надо. Так. Ну, хороший точный нож. Да. Значит, тонкий нож. Эта травка у вас называется тархун, да? Да. Интересно. Или... Я пил сок зеленый. Такой, это не сок, вода, это вода. Напиток детства российского. Напиток детства. Бедное российское детство, тархун. Ну, тархун интересный. Но вкуснее. Кока-кола тоже бедное детство американцев. И что сделаешь? Укроп? Бедное, я имею в виду по разнообразию. Укроп, конечно. Надо. Да. А по разнообразию. Все вместе смешивать зелень. Да? Все вместе. Сейчас мы смешаем еще соль. Да, блин. Потому что когда в России появился Байкал, да. Это был просто праздник. Байкал, и после Байкала появился тархун. На этом а я люблю дюшес, и я люблю, дюшес меня очень нравится. В стекле бывает, знаешь, провинция да, дюшес. Да, да. И меня очень нравится абрикос. Ага. Но это сейчас стало появляться. На самом деле, в детстве это казалось... Мало, что это вообще не очень вкусно, выбор небольшой. Потом, когда мне привезли, впервые подарили банку Кока-Колы лет в 7, я чуть не умер от счастья. Вот. А теперь, когда появился через 20 лет дюшес, я просто с таким удовольствием его употребляю, причем в стекле. Сейчас есть такие, знаешь, в Москве делают ширпотреб, нет, есть маленькие заводы в провинции, которые как-то выжили и снова где-то из-под земли раскопали. И стали делать такие вот абсолютно вновь, со старыми этикетками. Я сомневаюсь, что они, знаешь, такие эстеты сейчас имитируют. Я думаю, где-то на складах там миллионы эти запасы остались этикеток. Потрясающе вкусно. Дюшес, Буратино. Союзская ностальгия. Да, да. На самом деле это правильно, потому что это очень хорошо. Как шашлык с уксусом, знаешь? Конечно. До сих пор, посмотри, банки шашлыка, то есть мясо, залитое уксусом, полные магазины, искупается. Ну, мясо, когда зальешь уксуса, имеешь жесткое мясо, тут смысла имеет. Но когда имеешь хорошее молодое мясо, это достаточно? Это, а давай ради аромата возьмем еще... Базилик. Базилика. Давай еще добавим базилик. Давай. Вот. И красного перца. Чуть-чуть. Острого? Острого. Молодец. А? Без проблем. Согласен? Согласен. Я обычно грибы я добавлять не буду, но все, что имеет аромат, то я всегда добавляю в эту маринад или закваску, как это назвать. Маринад, наверное, да? Ну, острый. Давай. Эх. А чеснок? Чеснок. Ну, пару головок. Пару головок. Ну, да. Для резкости. Семян ты не добавляешь? От семян вся весь трав? Нет, я люблю острый. Ты острый любишь? Да. Скажи мне, пожалуйста, если вдоль не острый, а вперёк острый. Так, вычистишь, так. Значит, семя, так. И это внутри, и он, значит, станет не острым. Значит, если его вычистишь изнутри. Это часто. А если я это съем, я умру? Съешь. Я умру от отравления. Съешь, не умрешь. Умру, я думаю. Пока не умру, сейчас умру. И сейчас. Можно резать перец, кто не любит, я люблю острый, честно. Остро оно такое, открывает аппетит. А вот как определить? Покупаешь, вроде перец такой ярко-красный. Надеюсь, но что перец будет острый. Можно будет и зеленый. А он сладкий. А на вид одинаковый у всех. А? Попробуй на рынке, покупай на рынке, не ходи в магазин, где невозможно пробовать. Ага. Иди на рынок, где пускают. Не подумал. И теперь яркий сбой. Мы берем эту прекрасную зелень. Собираем все вместе. Спасибо за помощь. Я, знаешь, как я так вот эти остаточки тоже забираю. Ну, попки не будем, потому что они могут попасть, да? Правильно. Перца. А все остальное, даже крупненький, давай. Зимой все жалко. Давай сюда. Зелень. Потом мы добавляем перец. Соль. Соль. Не важно. Побольше, да? И перчик. Побольше. Теперь я это все перемешиваю, чтобы
имну, чтобы зелень пустила сок, да? Ну да. О, появился сок, даже на морозе, смотри. Угу. Вот. Теперь мы берем кусочек мяса. Опа. Вот так. И его питаем, значит, зеленью, да? Я все люблю делать руками, все, да? А руками все и делаете? Вдавливаю руками. Придаю ему свою душевность, мужскую энергию, вкус. Ну, все, что хочется людям передать, правильно? А куча ароматной зелени, потому значит, что небе чувствовалось чувство запах баранины. Правильно? А я его не люблю. Мне кажется, что если человек любит баранину, то ему ее и есть не надо. И с запахом, и без запаха. Нет? Ну, можно ее и закрывать, как то, кто не любит. Прикрывать, да. Да. Всегда же есть свинина для тех, кто не любит баранину. Да? Другое дело, что если старый самец, у которого большой, как бы, запах, тогда да, тогда надо убирать. А легкий аромат, конечно, всегда. Приятно. Вот. Приятен. Ну что, смотри, сколько сока. Да? И картинка да. Для зимы ярчайшая. Ну что, оставляем? Ну, такая летняя, весна. Ой, у нас все. На снегу. Ничего не пропало. Да. Слава Богу, живем в замечательном мире, когда есть и зелени. Замечательно. Так, маринуем. Ну что, мясо готово? Я снимаю с него. Как ты думаешь, я снимаю эту траву, потому что она сгорит у нас, да? Да, да, да. Я всегда ее снимаю. Вот так убираю, все вычищаю руками. Значит, так, травку она... снимаем, потому что она не выгорела, да? Да, чтобы она была черная. Черное мясо никому не нужно, правильно? Да. Оно хорошо пахнет, когда оно свежее. Правильно. А... Ну, немножко аромата там добавить. Ну, да, да, да. Да. Любая да. Красивая девушка тоже любит пред зеркало, да себя накрасит потом. Да, да, да. Потом надо это все снять. Потом надо все это снять. Может подгореть. Да. А, чем же это надо? Так, если у нас подмерзло все. Все равно я уверен, что будет... Нет, оно сейчас даст аромат. Даже на морозе. Просто. Даже на морозе. Хорошо, что мы размяли, смотри, оно все мягкое. Так, теперь мы что делаем? Теперь мы вытираем руки. А эту траву оставить? Потом добавить внутри немножко масла, потом все. И мы сделаем из нее такую легкую подливу, да? Что, кладем мы сверху решетки, не будем внутрь? Бум, сверху, почему нет? Вот так, да? Да. Вот так, и будем переворачивать. Поровнее положу, собаки... А собаки унюхали, как хорошо у нас пахнет. Вон. Ну, они тоже, видимо, с рецепторами интересным. Рецепторами вкуса и запаха. Ты знаешь, я года 4 категорически всем говорил, что никогда ничего не буду выращивать съедобное вообще у себя на даче. Да? Но... Через 4 года мы с моей женой Катей решили, что мы сделаем. Она высчитала, что надо сделать комбинированный газон французский. Там, где будут овощи, ароматные травы и цветы. Знаешь, чем кончилось? Никаких цветов там уже нет. Там уже много лет растет зелень и огурцы, то, что растет само. Ну и правильно. Ну что, как мы любим, давай попробуем, я люблю с кровью. Давай с кровью. Сразу беру два. Оставим. А два прожарим. Два куска оставим, прожарим, а два давай попробуем с кровью. Кто-то в гости может придет. Потому что это молодое мясо, и меня это нравится так. Я тебе скажу, оно уже и не с кровью. Да, оно уже медиум. Медиум как надо. Уже медиум. Смотри, никакой продолжения. Ну, розово, медиум. Ну, согласись, с косточкой совсем другая, да? Ну, конечно. А потом обрызть косточки. Конечно. Оба подготовлю. Может, на морозе еще вкуснее, потому что лето может сидеть, болтать, не торопиться, и все сгорит. Да, здесь не прозеваешь. Ну? Ну, скажи меня, что, будем здесь, сюда? Давай, конечно. О, давай. Положим. О, это будет класс. Так, с травами... Быстро. Это все смешиваем. Ну что, прям так без хлеба? Конечно. Руками. Давай. Соли надо немножко. Сейчас проверим. Моему не надо. Это феноменально. Это честно феноменально. Мне не стыдно. Ну что, я могу сказать, что я очень горд, что я сегодня у тебя в гостях.
И могу сказать, что это вообще замечательно. Но, господа, записывайте рецептуру нам и завидуйте. Нам очень приятно, что вы были с нами. Спасибо, до свидания, приятного аппетита.